Появление в семье ребенка – это настоящее счастье, а когда рождается двойня – это поистине можно назвать чудом. Наша съемочная группа находится в Оренбургском отделе ЗАГС, где будут чествовать семьи, у которых родились двойни. Дорогие друзья, я с большим удовольствием поздравляю вас с рождением ваших деток. Ребенок – это великое чудо. И первые улыбки, и первые шаги, и первые обуканье – это все такое счастье, ничем, которое, по сути, измерить нельзя. Хочется отметить, что такие мероприятия в Оренбургском отделе ЗАГС стали уже традиционными, ведь рождение двойни не может пройти бесследно. Расскажите, пожалуйста, вот какие эмоции? У вас все-таки родились не один ребенок, да, а двойня. Эмоции очень хорошие. Ну, во-первых, очень приятно, что их двое. Во-первых, мальчик и девочка. Это редкость. Да, и долгожданные. Да, мы их очень долго ждали, мы их очень любим. У вас два мальчика, да, вот как их различаете? Вот это, наверное, самая такая проблема. Ну, они разные. Сами по себе, по характеру, по внешнему виду. Вот что для вас сегодняшний праздник? Да, ожидали ли, что вас будет чествовать именно в отделе ЗАГС? Честно говоря, не ожидали. Все это узнали тогда, когда оформили документы. Нам предложили, и мы, в принципе, не отказались. Дети – это цветы жизни. Так пусть они растут нам на радость, добиваются успехов и дарят только незабываемые эмоции. Светлана Комарова, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ, Оренбург.